Здравствуйте, мои хорошие, здравствуйте, мои родные, с вами ваша Елена. Рада вас всех приветствовать на моем канале. У меня сегодня заказик от компании Faberlic. Девчоночки, вот такая коробочка мне пришла. Я сегодня с радостью поделюсь с вами и новиночками, и тем, что я получила, мои хорошие, уже неоднократно, как говорится, уже попробовала. Ну, во-первых, хочу сказать, что каталог 6 уже у нас с вами вовсю, как говорится, можно заказывать. Девчоночки, здесь очень-очень много новинок. Можете сами посмотреть, выбрать для себя любимое, что-нибудь оригинальненькое. Хочу вам сказать, что, девочки, я в этот раз попробовала заказать новинки для себя любимой. Кстати, мне так нравится этот чайник. Девчонки, хочу заказать его в следующий раз. Это чайник себе. Стоит 3,299. Чайник электрический, стеклянный. У нас, конечно, здесь вода плохая. Но так как мы пьем воду, готовим, чай пьем, специально заказываем на заказ воду, нам привозят домой. Вот, большие такие бутыли, да? Вот. Обязательно закажу себе такой чайник. У меня, кстати, на Дальнем Востоке был такой чайник. Мне очень он нравился. Вот. Закажу обязательно, девочки. Так что заказывайте все, что хотите. Ассортимент просто богатейший, богатейший. Цены вас приятно удивят. Ну, а сейчас давайте, девочки, начну. Начну свой показ. Куда делся чек? Это Данька уже куда-то у меня спер чек. Ну, ладно. Буду без чека, девочки. Все эти товары имеются, значит, на сайте компании Faberlic. Вы сможете... Ой, сегодня у меня вообще волос не послушный. А у нас сегодня, девочки, на улице погода такая ужасная. Дождь, дождь, морось, дождь. В общем, ну да ладно. Я и так красавица у вас. Так, девочки, заказала впервые. Хочу попробовать. Это патч для похудения, для талии и области живота. Вот такая, девочки, красотища. Вот такая красотища. Смотрите сами. Что у нас там внутри находится, я вам сейчас покажу, девчоночки. Вот такой патч. Не знаю, девочки, ни разу не пробовала, но решила попробовать. Решила попробовать. И, естественно, после вам расскажу, что оно к чему. Вот такой интересный. Видите, здесь их 3 штуки. Так, 3 штуки вот этих патчей. А как же они у нас с вами применяются, я вам сейчас прочитаю, девчоночки. Так, девочки, слушайте меня внимательно, запоминайте и заказывайте. Ну, заказывайте после того, как я вам расскажу, да? Нет, лучше сразу заказывайте, знаете, чтобы мы вместе с вами начали этот процесс. Патчи можно применять как в качестве отдельного средства для похудения, так и совсем. С другими средствами для коррекции фигуры серии Экспорт Идеал Боди. Экспорт Идеал Боди. Если я правильно прочитала. У меня с английским, знаете, не очень. В последнем случае результата можно достичь еще больше. Так что, девочки, видите, надо еще что-то заказывать. Ну, если что, закажу в следующий раз. При одновременном сочетании патчи и физических упражнений достигается быстрый и стойкий результат. Ну, это естественно, что когда начинаешь заниматься активно спортом, или там танцами, или там жманцами-обжиманцами, то естественно, что будет результат намного быстрее, тем более, если будет еще правильное питание. Совет по применению. Перед применением патча для лучшего приклеивание, тщательно подготовьте кожу, удалите воду, косметические средства с места, куда планируете нанести, наклеить пластырь. При первичном использовании оставить патч на 4-6 часов, постепенно увеличивая время до 8 часов. Девочки, сегодня приму душ вечером, хорошо тело пропарю, все это дело проскрабирую, и тогда только нанесу этот патч. Но хочу вам сказать, мои хорошие, что я обязательно с вами поделюсь результатом. Насколько эти патчи и правда хорошие. Так что, девчоночки, имейте это в виду. Итак, патчи для похудения. Дальше, девочки, также впервые заказала все полезные продукты, которые только можно было заказать.
который только можно было заказать. Фаберлик. Ну, во-первых, начну с вами с чая. Заказала землянично-медовый Иван-чай Саган Дайля. Вот, девочки, заказала. Надеюсь, что мне понравится. Еще даже не пробовала. Ну так, посылку открыла, как говорится. Вот только что, да? Можно сказать, только что. Заказала, девочки. Я надеюсь, что этот чай... Вообще, Иван-чай я очень люблю. Вот. На Дальнем Востоке покупала и пила. И это тем более Иван-чай. Для меня просто находка. Шикарно. Итак, девочки, дальше мы с вами идем по продуктовой, как говорится, корзине, да? Заказала, девочки, паста с томатами и овощами, с бамбуковой клетчаткой. Мы делаем для вас полезные продукты. Так, 100% натурально. 3 порции. Время приготовления 25 минут, девчоночки. Вот. А кто из вас пробовал, напишите мне, что это за такое чудо. Но я это все буду пробовать, девочки, и буду вам показывать. Вот. Каждое свое приготовление буду записывать на видео и буду вам показывать. Итак, значит, с пастой мы с вами разобрались. Паста с томатами и овощами. Далее, девчоночки, я очень люблю гречку. Очень люблю. И здесь у нас каша гречневая с тыквой и семенами льна. С бамбуковой клетчаткой. 100% натурально, девчоночки. Смотрите. Буду готовить 3 порции. Приготовление 5 минут, девочки. 5 минут. И каша, полезная каша, готова. Если мне понравится, буду постоянно заказывать. Постоянно. Главное, чтобы она была в наличии. Дальше, девочки. Крем-суп бобовый с копченой паприкой, с бамбуковой клетчаткой. 100% натурально, девчонки. Смотрите. Вот. Вот эти все продукты... Питание, как говорится, я заказала впервые. Буду надеяться, что мне это все придется по душе и понравится. Так что, девчоночки, будем готовить, будем пробовать и вам рассказывать. Что у меня дальше? Еще у меня вот здесь, девочки. Кускус с овощами и шпинатом с бамбуковой клетчаткой. 100% натурально. Кускус. Попробую. Даже не знаю, с чего начать. Что мне начать пробовать? Или кашу, или суп, или еще что-то. Ну, что-нибудь да начну пробовать. Так. Ну что? А где мои здесь? Я батончики заказывала. Вот, наверное, здесь. Сладости заказывала. Десерты. Сейчас посмотрю, девчоночки. Здесь, не здесь. Да, здесь, мои хорошие, здесь. Так, злаковый батончик. Мюсли, вишня, мак. Я так поняла, да? Вот такие, девочки, всего лишь 84 килокалории. Килокалория 84. Смотрите, какие батончики. Вот такие. Сейчас, кстати, открою, попробую. Открыть попробую, посмотреть попробую. Ой, что мне открывается. Сейчас, мои хорошие, покажу вам. Как же не показать? Надо показать и попробовать, да? О, какие, видите, девчоночки? Какие батончики. Вкусно. Девчата. Я очень люблю сладкое. И когда, вы знаете, вот охота скушать конфетку, можно скушать вот такой батончик. Обалденно вкусно. Обалденно просто вкусно. Мне понравилось. Фаберлик, спасибо тебе большое за такую вкусняшку. Потом доем. Мне здесь еще можно что попробовать. Вот, девочки, также батончики. Так, фруктовый батончик. Яблоко, вишня. Вот такой еще, девочки. Давайте раскроем с вами. Посмотрим, что это за чудо. Вот, девчонки, сегодня я точно наемся и сладостей, и всего. Ну,
Ой, сейчас мы раскроем с вами. Смотрите, мои хорошие. Вот такое. Вкусно. Кисло-сладенькое. Обалдеть просто. Очень вкусно. Очень-очень вкусно. Ну что еще здесь у меня? А, вот, кокос. Также, девочки, батончик. Фруктово-ореховый батончик. Вот такой, девочки. Сейчас раскроем и покажу. Фруктово-ореховый батончик. Не знал, что это все вкусно. Кокос, кишью. Короб, амарант какой-то. Короб, амарант. Вот такой, девочки. Ну что, давайте посмотрим, да? Вот такой здесь интересный, как шоколадка идет. Видите, девочки, как шоколадка. Ну-ка, сейчас посмотрим. Девчата, вот из этих трех, мне кажется, самые вкусные. Самые вкусные? Обалдеть. С орехами. Знаете, чем похож на ирис? Вот такой вкус. Обалдеть. Как это все вкусно. Как это все вкусно вообще. Какого просто у меня нет. А где только слюни? Девочки, обалдеть вкусно. Этот, значит, дезодорант я заказываю для мужа. Ему нравится. Запах он такой чисто мужской, приятный. Детскую пасту заказала для Данечки. Ему нравится чистить зубки такой пастой. Зубная паста для молочных зубов. Рекомендую. Нашему ребенку очень нравится. Девочки, также первый раз заказала ночной крем для рук. Комплексный уход. 5 в 1. Экстракт хлопка и масло чайного дерева. Кстати, чайное дерево, если смешать, что мы покупаем с вами масло чайного дерева в аптеке, если смешать с любым другим кремом для рук, даже можно с детским кремом, отлично будет средство также для рук. Но я решила заказать, попробовать это средство. Вот это такой крем для рук с маслом чайного дерева. Так, девчоночки, дальше я заказала ночной крем. Блум, 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 блум. Ночной крем. Активное омоложение кожи 55+. Сейчас вам покажу, что у нас там. В какой у нас упаковочке. Вот такая упаковочка, девочки. Приятная, сиреневая. Закрыт так. Все оригинально. Все классно. Сейчас я попробую открыть. Посмотрим с вами текстуру крема. Запах такой приятный, нежный. И текстура крема тоже такая, знаете, вот такая вот приятная. Ой, какой запах. Такой нежный, такой приятный аромат крема. Ни разу еще тоже не пробовала, девочки. Решила попробовать. Решила попробовать. Так что вот такой крем. Так, дальше. Девчонки, лак для волос заказываю. Кстати, купила в этот раз в фикс-прайсе лак. Ну, вообще такое г, если честно. Вот этот лак мне очень нравится. Очень нравится. Я просто довольна. Еще раз себе заказала. Держит прическу, держит объем. Прекрасно. А вот то, что здесь у нас продается, мне не очень. Так. И глиттер Виола розовая. Это у нас с вами фитокрем ночной. Восстановление и упругость. Вот такой, девочки. Решила также попробовать. Впервые заказываю. Еще ни разу не пробовала. Еще, мои хорошие, заказала также впервые. Это у нас с вами бальзам для усталых ног. Охлаждение и релаксация. Ментол. И арника.
добавлены, значит, в этот бальзам для ног. Когда, девочки, вечером ложишься спать после душа, вот, ноги иногда так ноют, вот охота что-нибудь такое нанести на свои ножки, чтобы они у вас успокоились, не ныли, не нудили. Вот я решила заказать. Не пробовала. Попробую, расскажу. Девчоночки, первый раз заказываю крем для ног. Экстракт лотоса. Дезодорирующий. Пролонгированный эффект. Господи, даже в очках плохо вижу. Дезодорирующий. Пролонгированный эффект. Вот, выговорила. Наконец-то выговорила, тетя Мотя. Вот, девочки, заказала. Попробую. Я все-таки надеюсь, что эти все крема мне очень понравятся. Так, бальзам. Девчонки, уже такой заказывала для волос. Объем и густота. Мне очень нравятся волосы после этого бальзама. Вот у меня, как я часто пользуюсь то пенкой, то лаком для волос, волос просто шампунем плохо промываются. А используя бальзам, волос вообще чудесный просто становится. И тем более, если у вас тонкие, так, тонкий волос, лишенный объема, то такой бальзам вам только будет в помощь. Так, и еще, девочки, вот я вам уже показала крем. Я вам показала ночной крем. Еще такой заказала крем я дневной. Блув. Вот такой, девочки, крем дневной. Буду также пользоваться. И губная помада. Губная помада, девочки. Вот такой цвет. Поверх своей помады намазала. Надеюсь, вам там видно, девочки. Так, губная помада. Ой, что у меня здесь еще? А вот, девочки, еще. Еще, девочки, я вам забыла показать. Два супа. Суп. Так, минестроне с итальянскими травами. Вот такой, девочки, супчик. И крем-суп тыквенно-чечевичный с бамбуковой клетчаткой. Вот такой, девочки. Это все у меня идет продуктовая корзина. Дальше, девчоночки, заказала я средство для мытья посуды. Мы его полюбили, это средство, и часто им пользуемся. Заказываем Faberlic редко, когда сейчас покупаем. В основном пользуемся вот от компании Faberlic средством. Тем более, девочки, это все, как говорится, бесплатно. Бесплатно, почему бы нет? Но средство очень хорошее, девочки. И также, мои хорошие, вот. Сейчас расмотали. В этот раз так хорошо все замотали. Все так классно. Ничего не пробежало, ничего не протекло. Молодцы. Молодцы. Так, заказала, девочки, молочко для снятия макияжа. Свежесть и комфорт. Василек с гранатом. Вот такой, девчоночки. Такой еще ни разу не заказывала. Ну, мне моя подписчица написала, говорит, Лен, вы не пробовали? Говорит, попробуйте. Это просто прелесть для снятия макияжа. Вот, решила попробовать. Спасибо большое. Это галочка мне посоветовала моя подписчица. Галочка, тебе большое спасибо. Так, и шампунь для придания объема. Я такой уже, девочки, заказывала. Мне очень понравился. Очень понравился. Решила повторить. Ну вот, мои хорошие. Вот такой у меня сегодня был заказик от компании Faberlic. Ну что, мои хорошие, на сегодня у меня вся информация. Как обычно, ссылочку на компанию Faberlic я оставлю. Буду по боксу в описании под видео. Заходите. Возможно, уже сегодня вы сможете сделать для себя свой первый заказ. Или мои девочки, которые уже давно подписаны по моей рекомендации на компанию Faberlic, смогут для себя что-нибудь подобрать. Вот, допустим, как я сделала для себя вот такие вот вкусные новиночки. Возможно, и вы тоже решите попробовать. Это все стоит недорого. Так что зайдете, посмотрите.
ценник на фаберлике, считаю, что невысокий, и можно позволить себе, любимой, хоть один раз в месяц сделать приятное, я так считаю. Я вам всем желаю счастья и здоровья. Заходите в гости на мой второй канал «Домашняя кухня СССР» и на два канала «Мои точки». Ссылки оставлю в инфобоксе. Всех вас люблю. Всем хороших выходных. Всего самого доброго. Здоровья, любви, удачи. С вами была ваша Елена. Пока-пока. Увидимся.